Расскажи немножко о себе. Письма с поселения, попуйся, история су. Είμαι ο Σωτήρης, είμαι 25 χρονών, είμαι από την Ελλάδα. Меня зовут Сотирис, я из Греции. Είμαι 25 χρονών. 25 лет ему. Ήμουν χρήστης ναρκωτικών. Από... Был в зависимости от наркотиков. По 13 χρονών. Από, с 13 лет. Έκανα θεραπεία, εδώ. Μετά ήρθε... Ο... Потом приехал сюда, в вашу клинику, к Виталию Ивановичу, и пролечился месяц. Сотирис, когда ты был в нашей клинике первый раз? Πρώτη φορά, πότε ήσουν? Το 2011. Νοέμβρη του 2011. В 2011 году. С какими ты чувствами, если помнишь, приехал тогда? Τότε πώς ένιωσες? Ты из тότε скепсис, όταν ήρθα στην Αγγή. Στην αρχή, πώς είσαι. Λίγο παράξενα. Αλλά μετά συμβιβάστηκα, εντάξει, προσαρμόστηκα. Ну, сначала было все это для него необычно. Сначала он так все не мог это все понять, осознать, что с ним происходит. Вот, вот так вот приехали, привезли. Он не понимал еще ничего такого. Понятно. Как проходило твое лечение тогда? Посттерапия с пересенами, на синархите, с укананами. Στην αρχή, εντάξει, καλά. Την πρώτη εβδομάδα ήταν λίγο δύσκολα. Τι κάνανε οι νέες? Καθαρίσαν το αίμα, έκανα στο σηκώτη. Ну, вот начали ему делать, чистили кровь, уколы, терапия, лечение. Είχα πρόβλημα στα χέρια μου, είχα παντού... У него были очень раны на руках, много. Все это вылечили, было... Проблема с головой, он потерял память. Была проблема печени. Тоже чистили, делали ему лечение. Хорошо. Несколько слов вот о психологическом лечении, о сеансах. Кто сеанс кануме? Ты... Καλό είσαι να έκανε. Ήταν πολύ καλό. Πολύ καλό. Αποτελέσματα. Ναι, ναι. Πολύ καλά αποτελέσματα. Это очень действует, она говорит. Очень хорошо. Действует везде. И на психику, и на мозги, и на здоровье. Вот когда набирается сил. Ясно. Вот тогда, когда ты заканчивал лечение, уже уезжал от нас, какое было у тебя самочувствие, состояние, вот если ты помнишь, с какими ты эмоциями ехал домой? Тоте ты эфигис метатерапия суидо, инаминати эканес. Посенюсес, энюсес хара, энюсес ты эхис. Πολύ χαρικά, πολύ χαρά. Στην αρχή, εντάξει, ήμουν λίγο δύσκολα στο η ψυχολογία μου. Ήταν λίγο δύσκολη, αλλά μετά... Από εκεί ή εδώ ακόμα ένιωσες? Όταν έφυγα από εδώ, όταν έφυγα. Εδώ μία εβδομάδα ήταν τα δύσκολα, μετά ήμουν πολύ καλά. Και μιλούσα με τα παιδιά και με τους γιατρούς και, και με όλα. Ну, здесь вот это, когда он первую неделю, там у него было вот это со здоровьем. А потом все, когда его выписали отсюда, он поехал, там у него тоже были такие проблемы с, еще с настроениями, все. Отсюда он вышел с настроением, с радостью, с надеждой, все было в порядке. Там у него какие-то такие проблемы были с психикой, что-то его там мучило где-то первое время, первые недели. Ну, может быть, в течение полгода еще он как-то там что-то боролся вот так. Понятно. Ты говорил, что ты когда приехал домой, переехал сразу, да? Вот немножко об этом расскажи. Τώρα ήρθες αμέσως, έφυγες από το μέρος σου, από εκεί που έμενες, άλλαξες φίλους σου, άλλαξες παρέες σου. Ναι.
Αμέσως. Αμέσως, γιατί δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Είναι κακό πράγμα όταν σταματάς. Πρώτη μέρα ήρθες και έφυγες αμέσως ή κάποια... Μετά από 2 εβδομάδες. Две недели. За 2 недели они решили, что он покинет это место, его окружение, этих друзей всех. И уехал он на остров Родос. Там он снимает квартиру, живет сам, весь быт на нем, он все сам делает, стирки, уборки. Сам работает, сам планирует все. Сейчас вот это же еще музыкой занимается там, ну вот так. Хорошо. Прошло уже, получается, сколько времени? Посу перес, посу кирос перес, посу мидес. А откуда считать ему? С момента выписки просто. Стой. Тора пересен 3 хроня? 3 хроня и 4 месяца. Имя катарос. 3 года и 4 месяца прошло после того момента. Скажи, вот эти 3 года, как ты прожил? 3 хроня и Луису посперасес. Πολύ ωραία. Άλλαξα τα πάντα. Άλλαξα και τους φίλους μου και τα μέρη μου. Άλλαξα όλη μου ζωή. Άρχισα να αισθάνομαι πάλι, να έχω συναισθήματα. Хорошо проводит время сейчас, работает. Все новые знакомые, новый круг общения, совершенно новая жизнь. Сейчас он живет. Считается так. Хорошо. Вот, это его жизнь. Хорошо. Вот ты сейчас к нам приехал, да? Каковы твои цели? Вот ты приехал к нам второй раз. Тора, в тети досе, ты ирсизо, ты фейлис, Тора, ты нас пьяву изязитас. Ти фели се по втите доси по тетя терапија, ти насукан, ти зитал се си тора. Ирста ја нанеосу се тоа што го кани. Не. Ја наме го пио асфалис, наме пио сигурно што ти не ќе ксанкилишу. Но он хочет все-таки подстраховаться еще, чтобы быть все-таки уверенным в себе, что вот все идет по плану, что все, и он вот все вот победил, но хочет еще вот страховку, чтобы ему помогли вот все это держать на этом уровне. Вот так. Понятно. Хорошо. Что бы ты мог пожелать тем ребятам, которые у нас проходят реабилитацию? Ты Фелис напись, я иду. Τι εδώ κάνουν τώρα, τι έχουν προβλήματα τώρα με τα ναρκωτικά. Λογικό είναι να υπάρχουν προβλήματα, υπομονή, κουράγιο και καλή δύναμη για όλους. Και να αντέξουν τη θεραπεία γιατί είναι πολύ καλό πρόγραμμα, πολύ καλή θεραπεία. Ну что, чтобы у них нашли силы, сила воли, чтобы они победили, чтобы они выполнили все лечения, которые назначают врачи, терпение им, конечно, усердие, ну и успехов. Στην αρχή μπορεί να φαίνεται δύσκολα για τα παιδιά, απλά θα δουν αποτελέσματα από εδώ. Говорит, пусть они знают, что сначала очень трудно все, и держать себя в руках, и контролировать, и все трудно очень, потому что, ну, это другая жизнь, это другое сознание, все меняется. Но тем не менее нужно разобраться, нужно поставить, вот это он желает. Трудно, но преодолимо, да? Ты ж преодолел. Не дискола, а ла бори на катафери, конечно. Ну, это. Ну, хорошо, спасибо. Спасибо.